У меня серия побед, но все это в прошлом. Все говорят, будто это в прошлом. Я очень уважаю Альдо, он легенда. Как я и говорил, я смотрел на него, когда мне еще было 17. Теперь мне 25. И я дерусь с ним. Он долгое время на вершине. Я стремлюсь к вызовам, это вызов. Чтобы испытать себя. Чтобы быть лучшим, нужно бить лучших, что я и намерен делать в июне. Это честь для меня, я благословлен быть здесь, перед воротами его королевства. Так и делают короли, приходят в другие королевства. И я держусь вверх. Все говорят, оу, ты выше, но они дотягиваются до тебя. Или, оу, используй свой размах против них. А я такой, да, я делаю это всю мою карьеру. У всех большой размах, знаешь. У этих каратышей длинные обезьяньи руки, и я хз, что это. Но я благословлен своими короткими обезьяньими ручками, так что я не парюсь, я знаю, как с этим разобраться. Но я разбирался с этим 17 раз. И разберусь в 18 раз. Одержу еще одну победу. Перевел, озвучил портал MMABoxing.ru.